11 июля 2012 года пчелы начали натирать или полировать свой улей. Полируют в основном около верхнего лотка. Вот на видео видно, что они выстроились и натирают свой улей. Натирают улей только около верхнего лотка. На видео видно, вон сколько пчел здесь, с этой стороны и с этой, это, наверное, 10-15 пчел натирают. Остальные пчелы несут нектар и пыльцу. Пчелы натирают только около верхнего лотка. Верхний лоток. Около нижнего лотка все нормально. Пчелы работают. На нижнем лотке нормально. Несут нектар и пыльцу. А на верхнем непонятно, для с какой целью они это делают.